Более 100 узких специалистов не хватает в Кызылординской области. Регион ощущает дефицит реаниматологов, инфекционистов, опытных сурдопедагогов, логопедов и дефектологов. Нуждается область в специалистах, умеющих настраивать биомедицинские электронные устройства, такие как инсулиновые помпы и кохлеарные ушные импланты. Для носителей последних проблема сказывается на развитии речевой функции. Усугубляют ее и несвоевременные поставки расходных материалов. К примеру, их замены в регионе второй год ожидают 50 детей, страдающих тугоухостью. Решить этот кадровый дефицит регион надеется за счет грантового обучения необходимых специалистов в отечественных вузах.